Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин и Мария Гаевская вместе с волонтерами общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» побывали в нескольких семьях поселка совхоза имени Ленина. Эти семейные пары отличаются от многих тем, что живут они совместно уже более 50 лет. Акция была приурочена к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Старожилам совместной жизни принесли несколько подарков, главный из которых – большой зонт. Под ним от непогоды можно спрятаться вдвоем. Каждый визит гостей сопровождался небольшой экскурсией по страницам семейной истории. Это вот была сувенирчик от прямо у Эйфелевой башни купил. Да вы что? Да. Это на концерте джазового оркестра Глена Миллера в Доме музыки. Класс. У всех этих семей разная судьба, но, похоже, они в одном. На протяжении более чем полувека люди сохраняют любовь и уважение друг к другу. А дети, внуки и правнуки имеют перед собой прекрасный пример, достойный подражания. Мы сегодня прошли по сельскому поселению совхоз имени Ленина и встретили очень много интересных пар, которые вместе от 50 до 57 лет. Ну, могу сказать, что это, знаете, очень-очень хорошо, что у нас есть такие долгожители в плане брака. Очень хорошо, что мы сегодня посетили эти прекрасные семейные пары, посмотрели, в какой гармонии они живут, видно, как они смотрят друг на друга. Это прекрасный пример для молодежи. В день семьи, любви и верности поздравлять тех, кто прожил долгую совместную жизнь – одна из важных традиций, много лет существующих в Ленинском округе.